Погода сегодня хорошая, небо ясное, но небольшие облачка есть.
если что, для истории. Работаем. Кто-то бежит, а кто-то идет. Сил не у всех хватает. Вот. Я тоже на дистанции сегодня от Золотого моста до Центральной площади. Кто-то уже там медалями звенит. Добежал до финиша, получил медаль. И решил вон парень на мост прогуляться. О, даже две медали. Молодцы. Мы совсем не устали? Вот. Участники поделились впечатлениями. Самочувствие нормальное. О, там группа поддержки. Что-то никто не бежит там. О, с флагом человек. Девушка бежит.
молодец. Вам спасибо. Девчонки там поддерживают. Супервумен. Супервумен бежит. Запас воды. Здесь можно подкрепиться. Бананы там, водичка. Изотоники. Девчонки песни поют. Медицина. Бананы, помидоры, как будто на рынке. Привет, привет. Привет. 42 километра нормально. О, молодец. 42 километра. Круто.
Супер. Спасибо. Мы пойдем, 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 пойдем. О, здрасте. Уже пробежали? Да, уже пробежали. Как ощущения? Очень нравится. Малая тоже бежала? Нет, она еще нет? Маленькая. Еще маленькая? Да. А, ну молодец. Молодец. Молодец, еще чуть-чуть. Молодец. Вот. Велосипедисты следят за самочувствием атлетов. А, помидорчики? Да. Вот. Молодец.
работаем. До финиша осталось совсем чуть-чуть. Ну, уже пробежали. Да, совсем чуть-чуть осталось. Интересная трасса. Ага. Сколько бежали? 42. Ух ты, молодец. 42 километра. Непросто. Вот уже девушки пробежали, идут с медалями. Уже виден финиш. Студенты или туристы с Индии там. Эй, мимо. Догоню. Тоже подхочу в следующем году финишировать, как вот номер 7177.
кого-то там даже с цветами встречают вот на финише. Финиш! Молодец! Дистанция 21,1 километр. Дальше проще. Дальше легко. Так, друзья, напомню. 14.00 состоится церемония награждения на главной сцене нашего марафона на центральной площади. А вот и финиш. Там мы узнаем, какие спортсмены, какие участники распределят между собой 1 миллион рублей призовых денег. Но еще раз напомним, да, что деньги это не главное. Деньги, но это хорошее, прекрасное дополнение к результату. Самый главный результат это победа над собой. Это повод гордиться самим собой, стать примером своим друзьям, родственникам, детям. Показать, что ты можешь преодолеть себя, показать, что ты можешь вести активный, здоровый образ жизни и делать это с удовольствием. Вот какой главный наш принцип, друзья мои. Все это 8-й по счету и далеко не последний. Владивостокский международный марафон. Galaxy Marathon Владивосток 2024. Встречаем наших бегунов. Прямо здесь, прямо сейчас. Еще чуть-чуть, друг мой, еще чуть-чуть, my friend. Есть! Супер! Молодчина! Миша, давай! Миша, молодец! Миша добежал! 73-20 номер тоже! На финише! Вот они, ребята, да, с плакатами их встречают! Да можете вот там фотку сделать, прямо вот здесь, на фоне. Да. А, еще не всех встретили, да? Успеем. Сейчас получит медаль и вернется в стартовый коридор. Так. Где ребята любят загорать, потому что жарко сегодня. Да, но финиш, классный финиш, добежал. Вот чуть-чуть. Вот у кого даже и ноги сводят. Но самое главное, добежал до финиша. Если сейчас нужна помощь от наших докторов, от наших врачей. Поздравляем! Есть! То эту помощь мы окажем своевременно и 100% быстро. Так. Мы следим за тем, чтобы трасса была закрыта. Вот, ребята, давайте дом громче! Громче аплодисменты и поддержим, да, тяжело! Тяжело, да, и травки случаются, и ноги сводят. Но самое главное, он преодолел это. Как я и сказал, друзья, преодолеть себя, победить себя – это самое главное. И потом можно со спокойной душой гордиться собой. Да. Пробежаться и помолить. Да, помолить правильно слышу слово. Помолить не про ангину, да, что тебе речь. Помолить – это поддержать всех тех, кто пересекает финишную черту, но это логично, это правильно, это, знаете, такая беговая корпоративная этика, когда вы сами пробежали, и все, сейчас стоите и поддерживаете тех, и по трассе также, конечно. И вот прямо сейчас мы поддерживаем, отбиваем пятерочки совершенно каждому спортсмену. Поздравляем! Номер 72-51. Сделано! Да! Напомню, что на финише номер показывать лучше всего обязательно на трассе, чтобы он был виден, потому что именно по номеру вы сможете потом идентифицировать свои фотографии, которые совсем скоро будут выложены на сайте Galaxy Марафона. Вот там идентификация по номерам. Вы забиваете свой номер и, собственно говоря, все фотографии, которые от всей дистанции сделались с вами, вы сможете быстренько найти.
Вот такая вот интересная штуковина и очень удобная. Да, продолжается финиш. Добегаем, добегаем. Супер! Так, дети, Дорс побежали, добегаем, добегаем, конечно, пресекаем финишную черту. Молодцы, отправляемся, да, в финишный коридор. Ну вот еще, да. Да, и это полумарафон. Красавцы и марафон. Нет, да? Нет, тоже полумарафон. Спрятал номер, но от нас не спрячешься. Да, немного спортсменов, немного бегунов осталось на трассе, но они еще есть. Они бегут, преодолевают себя. Их цель — пересечь финишную черту, и это они делают 100%. Молодцы. Окей, встречаем, красавцы. Так, давайте погромче, да, дадим еще шума немножко, поддержим наших бегунов. Молодец. Куда, куда, куда? Медаль! И все, что... Ну-ка, ну-ка. Обычные, да? Нет, я имею в виду по посадке в уши.
затычки и накладки. Да, ну, это, конечно, довольно грубое выражение, но на самом деле ты прав, да. Мы на самом деле с вами имеем, как я и сказал... Что такое происходит с моим спикером? Очень много людей не хочет пробиться через вас. Сейчас, ребята, небольшая накладка, но мы все точно исправим. Да? 24 числа, может и, но она сегодня исполнялась. Мы с вами имеем два вида наушников, как я и говорил и анонсировал, и это внутриканальные наушники, собственно говоря, которые как раз выполнены с некой резиночкой, да, для удобства, конечно, чтобы для удобства положения зубы. Не страшно, если вдруг вы их уроните в воду. Запомните, это очень важный момент. Далее, что еще очень важно при использовании беспроводных наушников? Время автономной работы. Вы об этом тоже, конечно, говорили. Но, наверное, еще и очень важно качество того звука, который мы с вами получаем. Этот звук мы с вами получаем. Место отдыха. Чаще всего это используют самолеты.